Здравствуйте, уважаемые зрители. Я тут утречком пробежался. Сейчас вот малина немножко пособирал, начала зреть. Хочу вам представить свою новую книжку «Физ-йога. Исцеляющий импульс лица». Она посвящена тому, как устроено наше лицо. В частности, о, смыка пролетела. И в частности, мышечной системы, которая, как я считаю, является одним из таких основных элементов, с помощью которых мы можем, с одной стороны, воздействовать на лицо, его состояние, его функционирование и, соответственно, управление. Многие области человеческой деятельности, ну, в частности косметология, массаж, они посвящены тому, как воздействовать на лицо совне, извне, можно так сказать. Моя система, она построена на том, чтобы человек, постигнув само устройство, механизм, мог научиться этим механизмом пользоваться и, соответственно, изменять его по своему желанию, хотению, ну, вот, наверное, таким образом. И эта книга может являться, с одной стороны, методическими указаниями в тех мероприятиях, которые я провожу. Это индивидуальные занятия, групповые занятия, семинары. Или же таким подспорьем для самостоятельного изучения и постижения устройства своего тела и, в частности, лица. Спасибо.